Новое покрытие для новых побед. На Томилинском стадионе «Урожай» открылось поле для мини-футбола после реконструкции. Работы выполнили по госпрограмме «Спорт» в Подмосковье при поддержке правительства Московской области. В ярких боцах по новому полю. Вместо старого покрытия на стадионе «Урожай» теперь поле для мини-футбола с искусственным газоном. Одними из первых обновлений опробовала юношеская команда «Торпедо». Илья Шильников с футболом на «ты» уже 5 лет сразу почувствовал отличие. Мне нравится искусственное поле из-за того, что на настоящих полях там грязь, а на искусственном не будет такой грязи. Скользишь немножко, ну потому что сейчас такая погода, а так неплохое. Юношеские и взрослые составы «Торпедо Люберец» и «Томилинского урожая» тренируются на стадионе круглогодично. Такой всесезонный подарок 60 спортсменам и их тренерам сделали благодаря госпрограмме. Поле площадью 1500 квадратов обошлось властям в немалую сумму – более 2,5 миллионов рублей. Я искренне вам желаю удачи, и пускай люберцы везде звучат, что это одна из лучших территорий по футболу. На торжественном открытии универсальной площадки на поле вышли команды из Краскова, Октябрьского, Томилина и Люберец. Они сразились в футбольных матчах и посоревновались в эстафетах с мячом. Ребята, которые только начинают делать первые шаги в футболе, они в любом случае тренируются на небольших спортивных площадках, на футбольных газонах. И вот эта площадка как раз оптимально подойдет для старта, скажем, спортивной карьеры наших молодых футболистов. Томилинская футбольная площадка дала старт благоустройству и ремонту других полей. В следующем году преображение ждет несколько стадионов округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.